такие места. Вообще космос. Какой был слон, какой был слон. Преференс? А у тебя преференс так булькает? Не, у меня преференции нету. Я вот мегабасом развлекаюсь. Тоже мне очень нравится, мне штраф поймал. Есть. Сошла. На что? На Цурибита какой-то там поп. Хрен знает что. Он, видишь, под водой идет. Он не как поппер, а идет под водой. С первого заброса. Ты прикинь. Причем он идет реально как воблер. Выглядит как поппер, идет как воблер. Я его не вижу даже. Смотри. Фокус фокуса. С первого заброса ты вот вообще нечто. Только из коробочки я его достал, Ром. Воблер. Поставил. И он уже цепанул рыбу. Красавчик, что могу сказать. Что, рискнем? Я главное, ей вроде все нормально. Но что-то она сошла как-то. Не очень, видимо, попала. Есть!
Ну что-то мелкая какая. Ой, у нее в жабрах что-то пиявки, что не пойму, или трава. Трава просто, наверное. Что такое у тебя в жабрах? Трава. Атя-тя-тя. Сейчас отпущу тебя, подожди, не сидишь. Давай, беги, гуляй. Смотри, как работает. У меня есть второй ром такой. Только побольше, размером чуть-чуть. Дать? Попробуешь? Ну что вон, вот смотри, бери в коробочке. Пробуй. Просто если на них сегодня ловится, вот. У тебя же спиннинг побольше. Попробуйте, говорю, смотри. Что тут? Третий заброс, две поклевки. У него здесь глубина хорошая, подходящая. То есть, видишь, он не по поверхности идет. С поверхности не хочет брать, а чуть заглубляется. Ну все, я попробую. У меня единственное, знаешь, что засада какая-то. Катушка-держатель, я гайку. В момент подсечки я чувствую, как она начинает откручиваться немножко. Мне приходится как-то там, не знаю, короче, что я делаю в этот момент, но в общем, я чувствую, как она откручивается. Меня это немножко напрягает. Раньше такого не было. То ли как-то я берусь по-другому. Что изменилось, вопрос? Ну да. Это, не знаю, травка, наверное, была что-то. Наверное, это была травка. Возможно, она даже еще осталась там висеть, но маленькая. А где было? Выход был?
Блин, он мне очень нравится. Вообще нереально. Прям классный. Поплавоп. Да. Шикарная вообще игра. Сейчас я единственное забросил, но не очень удачно. Ну, тоже не забыл. Мы на якоре стоим? Да. Надо сейчас нам будет якорь снять и попробовать поперемещаться немножко. Что-то эта точка как-то. Надо ей дать, видимо, отдохнуть. Плодов нам никаких не приносит. Только вот, видишь, дальние забросы в другую точку. Они показали две поклевки. Это неплохо, это заявка на победу. Есть. Нет, такая же, наверное. А все к нормально. Давай, рыба, беги. Беги, живи, живи, беги, живи. Пока что-то только размер особей не очень, да? Ну, поклевки такие на него интересные. Ага, и злые прям. Пух. Не просто повисло что-то, а прям нормально бьет. Это там, короче, кто-то пошел в сторону моего воблера, но сожрал кого-то другого. По пути, видимо, встретил кого-то еще. Ну, давай, добирай. Нет, стукнуло их. Стукнула и нет, не добрала. Не работает точно. С выключенной камеры ловил. Такая красивая поклевка была. Так поводил я ее на камеру. Она выключена. Беги, родненькая. Ить.
Водой не видно, он глубоко идет. Да, я тебе про то и говорю, он как поппер. Его пока у меня не получается вести. Может, он там вверх как-нибудь будет твичиться. А вот как воблер он идет очень даже. Шикарница. Травка, наверное, была, что ли, не пойму. Ну, что-то во что-то тыкнулся. А во что, не ясно пока. Щупасик. Щупасик попался. Такой светленький, да, прям? Под цвет воды. Здесь вода такая зеленоватая какая-то. И он зеленоватый. Вот попробуй его, если, да, вот опусти. Сверху на него смотреть, у него спинка такого же цвета, как вода. Вот он ушел там на 15 сантиметров, его уже не видно. Знаешь, как, какая отработка была? Какая? Я его ввел, раз, два, об ноль, тынь-тынь-тынь, ну потом да. Так трр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 рrr Ну-ка, надо. Есть такая? Рыба есть. Она маленькая.